Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Южный циклон прижимается теплым сектором к горной системе Алтая-Саян, оставляя равнины холодной воздушной массе севера. А теперь о погоде более подробно. Во вторник, 18 октября, в Новосибирске дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Похолодание. В темное время суток от 1 до 3 градусов выше 0, днем плюс 5,7. А теперь прогноз на последующие двое суток. 19 октября местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью 0 плюс 2 градуса, в дневное время ожидается 6-8 тепла. 20 в ночные часы без осадков и плюс 2-4, днем ожидается дождь и плюс 8-10 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.